Добрый день, слушатели нашего канала. Фигура аиста – одна из самых популярных украшений дачного участка. Это именно тот персонаж, который не станет лишним в любом садовом интерьере. Куда же установить фигуру аиста? Во-первых, одно из лучших мест – это природная среда обитания этих птиц, то есть у водоема. Фигура гармонично впишется в ландшафтный дизайн у пруда, ручья, естественного или искусственного. Если водоема у вас на даче нет, то садовые фигуры аиста могут стать центром ландшафтной группы, например, клумбы. Белая птица отлично смотрится в зелени. Оригинальным и в то же время традиционным местом может стать дымоход, действующий или декоративный. У многих на участке растут большие старые деревья, которые уже высохли, но убрать ствол по каким-то причинам нет возможности. Такие стволы или пни, если они имеют довольно большой диаметр, можно украсить аистами в гнезде. Аист нужен не только непосредственно на садовом участке, но и просто в палисаднике частного дома. Очень популярны такие фигуры при оформлении учреждений, например, игровой площадки детского сада. Небольшая изящная фигурка на кованых ножках не займет много места. За счет небольшого веса ее можно переносить или устанавливать на крышу. Следите за новинками товаров на нашем канале на YouTube.